Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете», и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня онлайн игра с выводом реальных денег, как без вложений, так можно и с вложениями. Значит, называется «Мгарден онлайн». Есть группа ВКонтакте, можно как бы добавиться, почитать информацию, там скрины выплат. Меня вот сегодня пригласили, кинули голую ссылку, разбирайся как хочешь. Значит, ну, так, поделюсь как бы с вами я информацией, насколько я что здесь поняла. Это общий чат, здесь можно как бы почитать информацию, да, тоже. Так, вот у меня на балансе уже 1 цент. Без вложений. Что здесь без вложений? Здесь вот есть ваш личный сад. Вам дается один цветок. Так. Вот цветочек. Его нужно поливать не реже, чем 2 раза в сутки. Значит, я уже полила, как бы это окучивать, что ли. А здесь вот можно купить цветок. Каждый цветок стоит 10 центов. 1, 2, 3 и 3, 6, ну, 60 центов. Можете 11 купить, можете все купить. Можете с одним вот. Вот он есть, как бы я его полила. Нажимаете на леечку и сюда нажимаете, на цветок поливаете. И вот таким вот образом, видите, я на лопату нажала. И вот как бы она окучивает. Это я не знаю, что это такое. А, это пересаживать. Ясно. Так. Далее, вот помощь. Здесь вопросы-ответы. Почитайте, ознакомитесь. Если кого заинтересует. Калькулятор дохода. Так. Дальше. Статистика. Вот. Далее. Тропический сад. Здесь можно резервировать места. Тоже здесь уже это платно все. Значит, тропический сад. Так. Дата посева. Зарезервировано место, лимиты, все, вот резервация мест. Нажимаем. И нам здесь показана статистика. Здесь, значит, лимиты от 5 долларов. Это, я считаю, очень много. Я сюда не буду. Так, это у нас что, тропический сад. Есть еще морской сад. Вот здесь уже как бы поменьше. Тоже резервировать места надо. Вот. Как бы. Так, резервация мест. Спускаемся чуть ниже. А здесь вот так, минимальные и максимальные суммы, которые можно резервировать места на следующий посев. От 10 центов. Но это еще куда ни шло. И это все умножается на 1,3. Насколько увеличатся наши деньги, типа того. Ну, по 10 центов тоже. Ну, можно как бы, да? Еще нормально. Так, здесь история урожаев. Так. Сколько тут выплачено. Так, личный сад я вам показала. Здесь эталон удачи. Но это типа игры. Здесь можно как выиграть, так можно и проиграть. Сюда я не пойду делать ставки. Так, здесь ваши рефералы, будет партнерская ссылочка находится, вот, и промо материалы и здесь еще есть премии и конкурсы всевозможные, как бы тоже можно это все ознакомиться. Значит, и настройки. В настройках можно установить аватар, потом показывать аннотацию. Устанавливаю здесь мелодию, всякие разные можно как бы. Мне это не надо. Так, и установить кошелек Payeer. Ну, я вот ссылочку в соцсети еще можно указать. А здесь идет как бы вот справа в верхнем углу. Тоже как бы статистика, кто у нас сколько там пополнил. Далее что?
Ну и выход. Так, я пополню на 2 бакса. Значит, и я что хочу купить вот в своем личном саду вот эти цветы. Ну и зайти на этот морской сад. Попробуем, что здесь и как. Вот, значит. Ага, вот здесь пополнение и вывод. И вот группа ВКонтакте есть. Здесь есть вот статистика выплат. Как бы. Вот люди выводят, видите, скрины выкладывают. Так, это уже сами посмотрите. Так, давайте так, пополнение и вывод. Здесь заглушек на вывод нет. Вот мой баланс 1 цент. Вот. И здесь вывод. Пополните баланс и заработайте. Ну, давайте пополните баланс. Я на 2 доллара. Вы добавляете, так, ваш баланс составит, так, пополнить. Перебрасывать на платежку. Я пополняю, вот, на 2 доллара, это 138 рублей. Подтверждаю, дальше по схеме. Так, я пополнила на 2 доллара. Давайте я теперь сейчас... Так, вы пополнили на 2 доллара, так. И что теперь? Ваш личный сад... И будем покупать цветы. Тогда я вот этот куплю. Далее. Следующий. Куплю по 10 центов. Вот этот куплю. Каждого по одному куплю. Так, 6 цветов. Теперь давайте их польем. Вот как их поливать надо. Не реже, чем 2 раза в сутки. Вот. И смотрите, видите, денежка. Собрали. Опять налейку. Поливаем. Денежка. Денежку собрали. Ну, такая вот игра. Ну, так, в принципе. Опять денежка. Так, опять налейку. Поливаем. Денежку собрали. Так. Полили. Денежку. Так. И последний цветочек. И денежку собрали. Ну что? Так, вот мои такие вот цветы. Далее, что можно их тут... Взрыхлить землю. Что-то у меня не получается взрыхлить. Так. Да что ты будешь делать? И никак не. Ладно, это потом. А здесь вот статистика. Вот тут раунды какие. Эталон удачи. Что-то вот, как я уже сказала, это конкурсы. Постоянно все появляется. Так, ну ладно. Этим у меня куплено. Так. Теперь идем что? В морской сад. У меня доллар 40. И что? Так, значит, ваше участие в этом... Вы не резервировали места на этом пассиве. Ля-ля-ля, тополя. Так, ваш доход урожая. Так, зарезервировать место на следующий пассив. Ну, давайте зарезервируем. Так. Вы резервируете место на ваш доход составит. Вот у меня доллар 100, ой, доллар 47, ваш доход составит доллар 91. Ну, давайте. Лимит от 10 центов. Видите сумму. Можно вот так поставить 0. Пусть вот так будет тогда. Мой доход составит доллар 82. Зарезервировать место. Сейчас посмотрим.
Так. Ага, все, вот мой, так, игрок, мой логин, зарезервировано место на следующий посев. Вот 8-10. Ну, посмотрим, вот у меня на доллар 40 у меня умножается на доллар 30. Ну что, буду ждать прибыли. Вывод, естественно, буду проверять. Вот такая вот игра. Как я уже сказала, можно начинать без вложений. Кому интересно, смотрите сами, надо вам эта игра или нет. На этом, в принципе, все. Буду заканчивать. Продолжение будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.